Находчивые мурманчане на зиму закупаются летом. В канадской Аляске не страшен самый сильный мороз, а шуба из скандинавской норки не только теплая, но и элегантная. Очень комфортно, качество хорошее, цена приятная. Мне очень нравится, не хочется снимать. Для более теплой погоды подойдет облегченная натуральная дубленка или куртка из тончайшей лосиной или телячьей кожи. Весь этот широкий ассортимент верхней одежды привезли в Мурманск из Европы. В связи с последней ситуацией в мире компания приняла решение полностью разорвать отношения с западными партнерами-поставщиками. Что касается товара уже ввезенного, приняли решение распродать его по всей стране в режиме нордической недели по ценам, которых больше никогда не будет, то есть по цене производства. Распродажи начинаются уже завтра и продлится до воскресенья включительно. Посетить ее можно по адресу Ленина, 82, вход в отель «Азимут» со стороны остановки общественного транспорта.